да, вот эти квиктаймы в это же фишка голова, да. Открути ему голову. Здравствуйте, люди, и добро пожаловать в God of War 4, который выходит на PlayStation 4 20 апреля 2018 года. Я буду рад, если вы оставите палец вверх, подпишитесь на канал, поставите колокольчик, поделитесь видео с друзьями ВКонтакте. Игра потрясающая. Вот когда я записываю сейчас это вступление, она играла уже кучу часов, и вам понравится. Это как смотреть кино. Практически. Все, давайте перейдем к делу. О, старик Хоттабыч решил выебать. Паром. Ты за желтая рука с края экрана. Апельсинчики, а потом дерево потрогал. Чтобы взмахнуть левиафаном, нажмите R1. Это как в том фильме, что ли? Левиафан, да? Ох ты! Ты как Final Fantasy, босс левиафан. Да! Я понимаю, мне нужно нажимать кнопку все время. Да! Сделай это, Кратос! Давай, дед Хоттаб! Раздолбай дерево! Дерево жалко. Если я, кстати, буду иногда вести себя так, как будто мне смешно или угорать в игре, это не значит, что мне неинтересно. Просто, черт возьми, игры сделаны для развлечения. Я так развлекаюсь. Понимаете, во всем можно увидеть что-то смешное. Например, мне смешно, кот рубит дерево. Что-то значило? Я нашел. Сына. Смотри, у меня сын. Садись в лодку. Лис, у нас сын! Постой, кого у нас? У меня с бородатым мужиком. Ну нахуй. Не хочу сына с бородачом. Хипстер. Жилой хипстер. Теперь сможем камин на даче топить. Пошли. До перемещения отклоняйте L. Ну я не понимаю, я играю в игру уже 20 лет. Какого хрена игра мне объясняет? То нажми на кнопку, получи результат. Я умею играть в игру. Вот вас не раздражает, когда вам объясняют простейшие вещи в игре? Типа нажми эту кнопку, чтобы двигаться. Я скандинавский мужик, я сам разберусь, я мужик. Мужикам не нужна инструкция. Уже хватит. И вкратце голос погрубел, раньше его озвучил Вин Дизель. Ну, знаете, голос Вина Дизеля в кино. А, я не терпеть не могу Форсаж, просто знаю голос Вина Дизеля из трейлеров. Не подумайте, что я смотрю быдлацкие фильмы. Но, черт возьми, сериал Викинги я обожаю. Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Пан, не помнишь, я игру что, русские делали, или это актеры озвучения? Кривошапов. Юлия Чуракова. О, женщина в игре будет. Лиз Шувалов. Кто-нибудь знает этих людей? Я их вижу впервые. Ну, с Борькой мы бухали вчера за гаражами, а Серега... Чикач... Будь здорова! Лиза чихнул, простите.
Ид виноградов. Виноград, наверное, любит есть. Наверное, дед любил виноград, фамилия вот такая. Выглядит красиво, черт возьми. Кася лиса. Я не знаю, может быть, это мой сын с Яной. Он же голубоглазый. Да, 100% это я с Яной сына сделал. Может, не случайно. Ха. Подруга просто. Кажется, что у нас могла... Это последнее. А не сын. Сынок, не ходи в заброшенное здание один. Тебя могут убить. Даже сказал, там сатанисты кого-то в жертву принесли. Вон там я вижу маму. Это мама. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Нервничаю. Черт, лучше игровой интро с музыкой. Лучше. Сына, что ты творишь? Больной! Прости. Сын, тебя не учили, что нельзя комфорку трогать? Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. Я не пойму, он сын Кратоса или просто он пацана подобрал, у которого мать умерла? А, кто отец? Ну, он не похож на Кратоса, если так. На кого идем? Ты идешь на оленя. И? Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Я думал, нам за мальчика дадут поиграть. Не.
Поохотитесь вместе с Атреем. Меченые деревья, странствия. Отец, почему именно сейчас? Ну, все-таки отец. Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Вопрос, что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Очень чувствительное управление, крутить медленно крайне трудно. Я прям хотел сейчас по кинематографии сделать, но... Но такое, нормально, мне нравится. Что-то лежит. Симпатично, какие-то лампы горят. Интересно, кто их зажег. Но выглядит очень красиво, я обожаю всю эту скандинавскую мифологию и скандинавские леса. Вот все едут на юга. Гляди, там всякие. Ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Да, копыта это пошире. Угу. Кабан. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Вот затоптал следы. Молодец, чувак, еще в говне измазался. 10 из 10 следы на говне остаются. А можно я еще похожу? Там следы будут? Так, ну вот я сейчас прошелся. Следы... Постой, то есть следов... Я не оставляю следов на говне? Ну, что я могу сказать? Не 10 из 10. Нет, нет, нет. Ладно, это в шутку. Ладно, ребят, вот вы что любите? Ставьте лайк, если любите вот такие холодные места. Я бы лучше в горы пошел. Если вы спросили, Евген, куда ты хочешь пойти вот в отпуск поехать? Я хочу туда, где холодно, прохладно, горы. Хорошо. А вот где эти юга и песок, пляжи, терпеть не могу. Говно. Не могу. Извините за такой эпитет, но я не могу. Мне противно находиться в подобных местах. Я терпеть жару не могу, и песок, и так далее. Вот я бы в гору лучше полез, где реально холодно. Опыт есть. Так, потери и находки. А в чем прикол? Мы нашли эту игрушку рядом с домом. У меня тоже старая была. По-моему, это часть какого-то набора. Если мы соберем его полностью, он может оказаться ценным. То есть за это дадут опыт? Постойте, а тут... Ясно, особые предметы, ресурсы. То есть тут Кратос и Сынуля. А что еще? Есть цели, карта. Есть карта. Ну, типа, где мы находимся? Диколесье. Артефактов найдено 1 из 4. Я не то, что буду стараться найти все артефакты. Тут вот есть прокачечка. Но я буду стараться найти максимум. В принципе, я думаю, с этим всем потом можно разобраться. Конька тут есть разная. Левиафан. Грозное оружие, полученное Кратосом. Вопрос там, как оно получило. И деревянная рукоятка еще у него. А вот где его старые клинки? Еще следы. Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Кабаны тоже есть. Ой, что теперь? Тут припрыгнуть пропасть. Изи! Давай, на изичу. Опа! Идем сюда. Оп! Ох, сам! Я думал, хватать придется. Сын летает, как мой кот. Следы оленя, свежие. Сюда! Чувак, а что-то можно исследовать ведь, да? Мы можем осмотреть местность. Тут столько всего. Сын, куда ты пошел? Давай осматриваться. Интересно ведь. Я люблю осматривать местность. Раньше, когда я был младше, ну, лет мне было 15, я не особо, кстати, любил осматривать местность и так далее. Я любил как-то все больше по экшону. Ух ты. Это же голубой олень! Пошел! Сынок! Че медленнее стреляй? Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, такое вот золотишко. Ну так-то игра линейная, абсолютно. Но при этом локации, ну такие, есть куда шагнуть. Для первой локации неплохо. То есть нам показывают, что сойди с дороги, дорогой игрок, и ты найдешь нечто ценное для себя. А туда можно попасть? Нет. Тут какой-то цепь. И я думаю, если до нее дойти, что-то можно сделать. Но вот что мы не знаем. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Сын, отойди. Сейчас тебе покажу, чему папку научили в военной академии. Смотри, чтобы бросить топор. Опа! Угу. Иди. Постой, а топор, угу, он как бы... Что тут было? Кратос, ты чё, местный Тор? Вот же он! Стой! Это способности Тора. Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять! Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань
лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Я не ту, я хочу в другую сторону. Ой-ой-ой. Нет, ты не готов. Назад. Где взад, сын? Сейчас папка въебет. Опа, опа. Давай, Хаттабыч. Ох ты, их двое. Ну что, двое на одного, ребят? Я в кабаках не таких еще раз. Хочет зайти сзади в папу. Я не пидор, ребята. Отойдите по... Бока вы еще... Вот понимаете, ребята, знаете, как ко мне подходит сзади. Просто у меня был случай, ну, ко мне такой сзади подстроился. Я такой, чувак, не надо. И именно из-за этого вспомнил. Ну, нормальная боевка. Пока что на две кнопки. Поставить блок уклонения. Ясно. О, здравствуйте. Дамы и господа, представляю вам местных монстров. Это типа драуги, по-моему. Скорее, их так называют. Ну и по мифологии они тоже называются. Блин, можно палить? Так, окей, уклонение. Еще уклонение. Уклонение. Тут, кстати, автомобиль. То есть здесь никак на соузе закрыть. Ты залочишься на кого-то. Тут оно автоматом это все делает. Я хочу поискать, что тут ценного есть, сын. Давай ты там сам. Да я вижу. Чувак, ударь меня. Чувак, ну давай, мне интересно. Интересно, откуда он щит берет? Щит просто из воздуха, из руки вылезает. Все-таки ничего подозрительного не осталось. А можно под топор в него метнуть? Опа! Красиво. Закончил бой, как профессионал. Играю в игру 15 минут, уже все умею. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Что за мост? Драугар. Я их другирами обозвал. Примерно попал в точку. Это воскресшие души мертвых воинов, которые неупокоенные не отправились в Асгард пить вино с Одином и прочими говноедами. Неважно, пошли наверх. Ладно, я люблю... Так, чувак, ну давай мы с тобой изучим. Тут все, я не понимаю. Сын просто прет вперед, как на таран. Изучать ничего не дает. Мне интересно, а вот здесь, например, что? Вот это что за баррикады? Класс. Обожаю вот этот возврат топора. Его можно делать вечно. Ха! Назад! Ха! Назад! Класс. Мне нравится. Ребята, обязательно. О, снятие печатей. Постой. Ясно. Нужно разбить какие-то печати. Откроется большой сундук. О, еще печать. Иду. А, постой. Перепрыгнуть туда нельзя. А, вот так можно. Опа. Я знаю, как я буду драться с тобой. Ну, например, я его выкинул кулаками, значит, и щитом, и ногой. Класс. Интересно. Ух ты. Новые доспехи? А, это деньги. Чувак, там доспехи лежат. Ну, все. Яблоко и дун. Легендарный предмет. Вы нашли одно из трех необходимых для увеличения максимального здоровья. Но это как в оригинале. Яблоки и дун являются любимой пищей богов. 9 таких яблок спрятаны в сундуках, запертых с помощью магии. Каждые 3 из них повышают максимальное здоровье Кратоса. То есть здоровье можно делать в 3 раза больше. Не зря сошел с дороги. Очень даже не зря. О, пошел по третьей дороге. Тут цепли есть. Вот мы можем спуститься вниз. То есть я сейчас отклоняюсь от сюжета. Значит, все-таки геймдизайнеры не наврали, что... Ух ты! Здравствуйте! Я не был готов к этому, собачка. Никогда вас не любил. Вот у меня есть кот, и он потрясающий, ребят. Он иногда просто видит вещи, но... Черт возьми, он крутой. А волкодав? Нет. Я как-то реально видел, ну, почти что волкодава за забором, и это страшно. Что? Волки, они не со зла, они есть хотели. Да, это наверняка. Да, не съели нас. Если бы я их не убил. Но поэтому я их и убил, сынуля. Я смотрю. Хороший навар. Он не может это использовать. Мы можем. Я не понимаю, а кто не может? Вот кто оставил это здесь? Местный, не знаю, местный Локи какой-нибудь? Ах, черт, неважно. Ладно, вернемся на маршрут. Здесь неинтересного больше нету ничего.
Ну что ж, прикольно, что можно сойти с маршрута и найти какие-то ништяки. Мне это нравится, это очень хорошо. И то есть все при этом очевидно, то есть тут нет каких-то сложных загадок, ну как во всем God of War. Но это прикольно, что ты можешь проходить основную игру и ни на что не отвлекаться, если тебе не хочется. Куда же? Да туда, чувак, оттуда пришли. Сунули, пошли. Мой сын отведет меня. Ну вообще здесь даже напрягаться не нужно. Сын все время ведет тебя вперед. Первые 20 минут игры меня просто ведет вперед мой сынуля. И я ничего не делаю. Просто отдыхаю и все. Я просто нажимаю на одну кнопку и иду вперед. Он там олень, да, сын? Пошли туда. Мне все очень нравится. Первые 20 минут, потому что всегда спрашивают. А вот Евген, а как? Хорошая игра? Нет. Очень хорошая. Очень хороший. Если вы думаете, я Евген... Но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Радос прям такой дико брутальный мужик. Разговаривает больше обычно. Я помню, в оригинальной игре он был прям... Молчун-молчуном. Ребят, если вы спросите, откуда у Евгена игра раньше релиза? Ребят, ну я ютубер. 270 тысяч подписчиков. Ну подумайте сами. Вот оттуда. Давить популярно, тоже будут игры присылать. Это так работает. Ух ты, Олежек. Ты вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Просто скажи да, обещаю. Подойдем ближе. Блин. Нет тебе самоуверенности, а? На месте кратце я бы ему вернул лук, если бы он сказал, пап, дважды я не промахиваюсь. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. О, нет. Прикольно, здесь такие храмы огромные. Драугар! Неинтересно, ух ты, их много, шкала здоровья. В бою над врагом, который получил урон или был выбран целью кратца, отображается шкала здоровья. Но я уже понял, что прицелиться, чтобы бросить топор, да я в принципе уже знаю, как это делать. Еще. Ребят, идите сюда. Опа, здравствуйте. А давайте я топор влеплю этому чуваку, а этих буду лупить вот так. Мне интересно, что получится. Потом подходим вот сюда. Урок. Разбил чувака. Бросок топора. Опа. Опа, да. Ох ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было опасно. Держим щит. Чё, на боёвке стало, кстати, пожёстче, если вы меня спросите. Нет, а как боёвка жёсткая? Ну, чё, играет жестковато. То есть заставляет немножко вспотеть, понервничать и покрутиться. То есть здесь нет такого, что на две кнопки ты победил, нет. Здесь надо работать. Мёртв или как? Чёрт, ты сейчас стыдно. Ладно, чувак, заткнись. Всё, я тебя раздел. Я просто тебя раздел, ты перед ту же голову стоишь. А интересно, босс будет? Я после этой схватки босяру бы хотел какого-то шанса. Ох, ох ты. Расколотый лед. Он, как я понимаю, дается за разбивание драугов. А в чем прикол? Ну окей, я соберу, например, 10 расколотых кусочков. В чем прикол, что вы мне дадите? И я что-то взял. А что здесь? О, еще один дополнительный проход. Их много здесь выглядит. Я просто поражен количеством дополнительных проходов. Сколько времени было потрачено на то, чтобы... На то, чтобы все вот это обработать было по красоте, чтобы было приятно играть. Не очень нравится. Иди к папе, собачка. Гав-гав-гав. Ой, здорово. Чуваки, чего вам не имется, а? Сидели бы дома, играли в компьютерные игры. Как я. Вот как лакаем побью. Ты что, не мужик? Готов. Отрыв. Я почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллями. Я а было знаю, бы забавно. Просто... Вот было бы круто, если бы реально да, тролля ты... встретили. О, да. Потери и находки. Ух ты, еще одна и все. У нас будет полный набор игрушек. Ну вообще прикольно. То есть я, кстати, с моста это мог увидеть, но не обратил внимания. Но мне нравится это внимание деталям. Я поражаюсь. Это просто игра года, действительно. То есть здесь есть чем заняться. И теперь я понимаю, почему игра на 30 часов. Раньше я думал, что это опять какие-то мифы, что-то выдумки. Ну вы знаете,
разработчики, они любят приукрашивать время игры, что там больше часов, чем есть. Открываем. И типа... А, вижу, хорошо. Топорка, я понимаю, замораживает. Да теперь как мы сюда пройдем? Кратс, давай, включай мозг. Ух ты! Легко. Я думал, будет сложно. Ух ты, еще и один сундук. Причем этот сундук на виду. Нам в эту сторону. Да чувак, он постоянно это говорит. Он постоянно мне напоминает, что я не туда иду. Это, конечно, очень приятно, но мне кажется, если это будет идти всю игру, я от этого просто устану. Но мне очень нравится такая залипательная игра. Ты просто сидишь и наслаждаешься процессом. Вот сына слез, сына залез на тебя. Сына катается на отце. Это такая романтика. Вот если бы у вас, ребят, был сын или дочка, вы бы катали их на себе, я бы, да. Правда, у меня спина, наверное, сломается. Знаете, у тебя будет повод раскачивать спину, ставиться сильнее. Там что-то есть, я хочу туда пробраться обязательно. Но, скорее всего, это не так просто, как кажется. Или... Так, а в чем сейчас был прикол? Хорошо. Я подобрал эту. А если я сюда метру? Нет, топор просто отлетел. Я выглядел максимально глупо. А-а-а, вижу. Опа! Ну что же, сундучок сегодня выйдет погулять? Да! Кратос, твою мать, победа! Мне нравится, обожаю Скандинавию. Тейл Викинг был неплохой, правда, скатился сезону к третьему, четвертому без Рагнара, там вот его, и вроде как его сын теперь в последних сезонах главный герой, и что-то это не совсем то. Вот мне нравилось, когда был Рагнар, была Лагерта, вот весь этот оригинальный каст персонажей, а потом как начали добавлять каких-то ноунеймов, которые уже были неизвестны мне, то что-то не то стало. Вот я сидел уже, был такой, ну ребята, ну верните, я хочу что-то раньше. А сама Франция была прикольно, когда они в Париж приехали, там мутили, ну, то, что они мутили в Париже, не буду спойлерить. Красивый шкаф, интересно. Вылезет ли оттуда любовь? Сюда. Это не шкаф. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну и все передерутся? Больше, чем миф. Окей, а в чем прикол? Найдите все святилища. Каждое святилище хранит историю легендарного великана. Уходя, великаны оставили святилища, которые хранят их историю. Похожие сказки мне рассказывала мама. Мне они очень нравились. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти? То есть, это как бы рассказ о мифологии. Мне нравится. Столько внимания к деталям, еще раз скажу. Ну, столько, это так приятно. То есть, ты играешь, ты кайфуешь именно от вот этого внимания. От того, сколько... Сколько времени потрачено на то, чтобы все это выглядело вот так, как это выглядит. Ина, не убегай далеко, иначе тебя съест волк, драук или кто-нибудь еще. Отец, смотри. В конце игры сын умрет? Был бы драматично. Нет, я хочу, чтобы он жил. Жди моей команды. Дыши. Не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Стой ровно. Не шатайся. Выдохни и отпусти. Попадание! Есть пробитие! Я попал! Хорошо. Те, кто играет в World of Tanks, ставят живой. Где нож? Нет. Что это? Закончи то, что начал. Просто еда, ребят. Не плачь. Это просто еда. Это не Бэмби. Ты голубой какой-то. Я не могу. Oh.
Сынок, олень отправился в лучший мир. Теперь он будет со своими оленями друзьями на небесах. Не волнуйся. Все будет хорошо. Ты мой герой, сын. Немножко трусливый, но сойдет. Стрелять, нажмите кнопку, чтобы выстрелить в определенного врага, вы держите затем. Хорошо, ясно. Количество стрел меньше всего Атрей указывается в правом нижнем углу экрана, подожди, стрел становится со временем. Ясно. Атрей, стреляй по нему! Я готов! Этот топор, кстати, немножко довелся. Атрей, давай! Жахни по нему! Твою мать, не понимаю, что. Он топор не пробивает. Нет пробития, ребят, нет пробития. Как мне драться с этим говноедом? Так, хорошо, иди сюда. Черт, разве это все хейтеры набежали? Жирный тролль. Быстрее на колец, иди сюда. Ладно, ударил пару раз. Я не боюсь тебя! Ты он мертвый валяется. Ты нахрена ты труп сбиваешь? Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Так-то Кратос прав, он все сделал с моей помощью. То есть, если бы он остался один в лесу, то он бы не смог, не я справился. Закрой свой рот. Кратос. Министерство юстиции или кто там занимается правами несовершеннолетних? Ювенальные кто-то там. Господи, я просто не разбираюсь в этом. Я просто уже давно как бы не отношусь ко всему этому, поэтому я уже давно не ювенальный. Домой в эту сторону. И ладно. Я знаю, что в этот, чувак, я осматривался.
чтобы подсадить его. А если я не хочу подсаживать, я хочу осматриваться. Я хочу изучить мир. А что здесь? Здесь можно что-то делать? Знаете, мне всегда было интересно, а как выглядел вот этот, как бы по скандинавской мифологии, как выглядел мир, когда все вот эти сооружения были целы? Потому что всегда в играх ты видишь, как все сооружения полуразрушены, ты бродишь по какому-то постапокалипсису. Всегда хотелось увидеть игру, в которой все сооружения целы. Ну, «Властелин колец» более-менее, кстати, в фильме. Вот у вас не было такого желания, ребят? У вас нет такого чувства? Ставьте лайк, если такое чувство было. Оглушение врагов. Под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Быстро нанося удары за ударом, вы постепенно заполните эту шкалу. После этого враг будет оглушен. Сделай атаки голыми руками, наносит больше урон от оглушения. Кратце переходит в рукопашную после броска топора или нажатия ясно. Я могу типа подойти к нему и как бы вмазать. Просто мне кажется, я сделал что-то неправильно. Ничего страшного. А нет, я сделал все правильно. Все-таки это же God of War, ребят, здесь нет стелса. Понимаете, это как в СССР, секса нет, God of War нету стелса. Здесь есть только шкала. Давай, лови ему! Постой, тут анимации все что ли одинаковые? Новый труп, тайный труп. Да, и тебе ломлю. А, метнуть ничего нельзя? Жалко. Опа! Только сразу, не сразу подойти нельзя. Ломить. Сюда не смотри, жестокость. Нормально обошлось. Тайные комнаты. Ну-ка, давайте попробуем в нее попасть, раз она тайная. Гарри Поттер и узник Азкабана. Тихо. Я слушаю землю. Почему он так груб за своим сыном? Я понимаю, что он его закаляет, но это неправильно. Как открыть? Так как я понимаю, мы сейчас не можем открыть тайную комнату, она для нас заперта. Что нужно, чтобы я открыть, я, к сожалению, не прочел по своей... Ну, ладно. Я как понимаю, потом всегда можно вернуться. Фиксация на... А, тут есть фиксация на цели, как в Dark Souls. Ну, нам это сейчас не нужно. Поэтому я сделаю следующее. Опа! Опа-па! Я что-то пошел не так, что ли? Я в бою вызвал топорище и прям разнес засранца. Сынок, давай, жахни по ним. Ребят, кто-то хочет со мной помериться силами? Минус два. Видимо, топор двоих смог достать. Разорва! Хочу уже других врагов увидеть. Что это? Где? Ледяной. Не? Это ли... Катится. Неуязвимый для Левиафана? Давай руками убить. Ясно. Значит, ты любишь по-жесткому. Это БДСМ, противник. Что же, будем использовать БДСМ от Утары против него. Вообще. Отец, а вы будете крыть, чтобы он как следует нашлёпать, как я люблю. Да. Я же говорил, нормально. Лес изменился. А я говорил, закрой рот. Надо слушаться папу. Тут прям какие-то сады, что-то растет, какие-то яблочки, это классно, я люблю так. Купил недавно яблоки Семеренко. Не знаю, зачем я это рассказываю, но да, я просто купил себе яблоки Семеренко, никак не поем. Я вообще летом хочу перейти на просто поедание фруктов и больше кроме фруктов и овощей ничего не есть, ребята. Как вам идея? По-моему, классная. Пишите в комменты, хотели бы вы так питаться. Не знаю, просто что-то хочется, что-то, ну, мне хочется традиционного питания. Если мясо, чувствую себя как-то тяжело все время. Может, это из операций, которые у меня были, неважно. Давай, сынули, пошли. Нам нужно вернуться домой. Странно называется задание. Почему? Отмеченные деревья. Почему? Генетроль сжег мамин сад. А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. После вопрос. Ответов нет. Вроде как на месте. Сына, ну ты чего? Быкуешь по-прежнему? Сейчас внутри что-то будет. Иди в дом, сын.
Дом это сарай какой-то. На что сын домой идти не хочет? Я бы в такой сарай тоже не полез. Хотели бы вы так жить? Ставьте лайк, если да. Сунуль, как у тебя дела? Не, ну вообще... Я говоришь? Сын, я вообще-то перед тобой стою. Из чего я думал, что все будет иначе, раз она... И честно, а где они берут эти свечи? Они их сами делают? Или они их покупают в пятерочке? Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Я думаю, мы в ладушки поиграем. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем медленно. Ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Он разозлился. Давай! Давай, сына, злись! Вправь свой гнев. Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Ай-яй-яй. Выходи! Это конец первой серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Сегодня 19 апреля, когда выходят эти видео, по God of War много выложить я не смогу, потому что разработчики игры Santa Monica просили ютуберов не выкладывать слишком много, чтобы для тех, кто хочет поиграть в игру, не было слишком много спойлеров, были сюрпризы и так далее. Я этого придерживаюсь, потому что, ну, я уважаю тут этих людей и все такое. Как бы тут нет эмбарго как такового, то есть, понимаете, технически выложить можно все, но я надеюсь, что... ютуберы разумные и не станут делать всего, я буду этого придерживаться, раз попросили, значит, я, собственно, это сделаю. Так что много серий сегодня, 19 апреля, не будет, а игру до конца и целиком полностью вы сможете посмотреть на моем канале уже 20 апреля, до, надеюсь, что финала, просто я его на момент вот записи этого отступления еще не доснял, так что я не знаю, но постараюсь сделать все возможное. В общем-то, всем спасибо за просмотр, с вами был Евген, и... Пока, до следующей серии, которая выйдет через, скорее всего, полтора часа.